Доброе утро. Сегодня мы рассмотрим схему СССР. То есть схема запустила, она работает. Вот. Сейчас покажем, как она работает. Так. Вот, значит, система. Так. Место тут. Значит, вот. Две батареи, так, инвертор, видите, так, ну там я уже показывал вам, то есть схема, там моторы, как обычно, здесь силовой блок, здесь тут моторы, как обычно, вот они, то есть я показывал два мотора, значит, на 550 вот этот генератор и тот на 225. Так, дальше идут инвертор, вот, и два реле вот китайские. Сейчас будем запускать то все. Так, ставим сюда. Так, подключаем систему. Так, подключаем реле. Вот реле пошло. Загорелось реле. Так. Включаем инвертор. И включаем сеть. Включаем возбуждение. Пошло возбуждение, видите? Так. Вот сейчас это вот это батарейка, от нее питается система. Вот. От этой батарейки питается система. Вот эту батарейку система заряжает. И сейчас наоборот уже произошло, видите, щелкнуло. Вот уже синим произошло наоборот. Вот здесь идет, значит, сейчас подзарядка вот пошла. 59, 60, а здесь вот питание идет. Здесь идет питание, с этой батарейки питание, с этой подзарядка. То есть замкнутый цикл, но разрывается так все в разрыве. Вот сейчас светится, вот смотрим, минуту должна пройти. Лампочку включить, лампочка работает, то есть можно, это нагрузка, отсюда вот нагрузка идет, с этого же, то есть вот, переключение пошло, сейчас наоборот, вот это заряжает, так, это заряжается левая сейчас, вот это левая. А это вот разрезается, то есть питает схему. То есть система может работать вечно. Вот такая система. Вот нагрузка, реле. То есть это вечный двигатель. Выключаем. Выключаем здесь. Что тут доработать? Вот эти реле, на, посильней. Посильней. Да, я могу подать. Вот у меня тут коробка, можно подать на 150. Вот с этой коробки. На 150 постоянки. Или могу вообще подать. Тут 220, а вообще будет 800 ватт на выход. Но для этого надо еще инвертор. А чтобы подать, ну, 100,
150 надо подать, значит, надо реле помощнее, это греется. Тут где-то 50 ватт выход сюда. Вот стоит выпрямитель, который отсюда выходит, вот отсюда, и загружает, и, значит, заряжает одну батарейку, потом переключение вторую. Значит, сначала одна батарейка левая работает через инвертор. Инвертор подает питание сюда. И здесь же идем, потребитель снимаем. Проходит минута, включается это заряжается, это отдает. И вот так попеременно, циклично. Вот эта вот штука заряжает. Она всего где-то ватт на 50-то слабо. То есть вот эту заменить, реле заменить, инвертор заменить. Тогда будет на мощность. Сейчас это такая система может. Выдает она где-то. Берет она вот сюда. Запитано два выпрямителя. 45 где-то. 50 ватт вольт. И также 50 ватт берет. То есть система берет 50 ватт и отдает 50 ватт. Поэтому. И плюс еще у ней, она 50 берет, но у ней выходит где-то, так, сейчас скажу, на 50 где-то, 100 с лишним, 120 где-то, 120 выходит, то есть где-то 100 ватт, то есть вдвойне. 50 ватт, вот лампочку можно, вот как я вам показал. Вот такая фигня. Фигня, в общем. То есть система работает вполне нормально. Сейчас поставим эту фигню. Вот это что-то заедает. Во. То есть система работает нормально, начиная реле помощнее, и тогда можно подавать уже 500 ватт, сейчас где-то, я говорю, берет она где-то 40-50 ватт, выдает 100-120-150, две батарейки на 40 ампер стоят тут, инвертор этот тоже слаботочный на 300 ватт, то есть дело-то, это все это сделается, главное, что система работает. Батарейки гонял перед вами, они не садятся, подзаряжаются, то есть чуть-чуть просело, опять зарядилось, чуть просело, опять зарядилось. То есть где-то гонял час, потом еще два, часа 3-4 гонял. Сейчас решил показать. Так что дело верно, это, можно сказать, система работает, проверили. То есть довести до ума. Ну тут уже чисто техника идет. Главное, что это. Главное, что было выяснить, как оно работает. Выяснили, что все работает. Довести до ума и можно внедрять в производство. На этом заканчиваю. До свидания. Всего наилучшего.